День хочу вас сегодня познакомить с марафоном распродаж, который продлится до 5 сентября. Первый шаг. Где это найти? Есть легкий способ, когда вы опускаетесь вниз, находите марафон распродаж, открываете ссылку, немного дольше, чем обычно грузится у меня на сегодня. Интернет не очень хорошо работает. Вы открываете марафон распродаж и нажимаете на ссылочку. И можете посмотреть все, что есть, полный список, скидки до 70%. Ну, список очень большой, огромный. Вот, посмотрите, здесь несколько страниц, по-моему, 9 страниц. Прекрасная цена. Я не буду долго останавливаться на... Вы можете сами зайти и посмотреть, что здесь есть. Я покажу вам, что заказала я, что я считаю прям вот для меня прекрасно, и я это заказала для себя на подарки и своим клиентам. Вот такая классная распродажа. Второй способ найти эту распродажу. Нажимаете на тележку, корзинку, как хотите назовите. Она у вас открывается, нажимаете на персональные данные, и есть распродажа. Открываете и точно так же выбираете товары из списка. Вот здесь пробнички, тоже открывается список, как вам удобнее. Не забудьте потом нажать на кнопку «Применить». Что мне понравилось в этой распродаже больше всего, что я положила уже в корзинку? Это шампунь, цена ну просто восхитительная. Это будет на подарок моим клиентам. Цена всего 73 рубля для меня. Дальше. Кислородная маска Oxylogen. Это я заказала для себя. Я пользуюсь такой маской с удовольствием. Очень хорошо питает кожу. И кожа выглядит, лицо выглядит очень отдохнувшим. Помады. Там помад неимоверное количество. Я себе заказала просто потому, что вот цена 73 рубля. У меня помад очень много, но не устояла. По такой цене пока прекрасной. Там есть разная цена, разные серии. Абсолютно разные цвета, выбирайте для себя. Я заказала Викинг 666 рублей. Такой цены в каталоге нет. И пока вот сейчас есть такая недельная цена, воспользуйтесь. У меня сын с удовольствием пользуется парфюмной водой Викинг. Очень приятная. Концентрат стоп морщин. Вот я покупаю себе, сейчас еще буду делать один заказ для сестры, тоже положу. Очень хорошее средство. Из серии «Эксперт». Ну, так как у меня у сына есть жена, то это ей тоже парни, тоже, ну, цена очень хорошая, 666 рублей. И «Викинг», «Валькирия» мне нравятся, вот, ну, самые такие, такие нейтральные, легкие, воздушные и очень-очень приятные. Пятновыводитель, очень хорошая цена, это нужно в каждом доме. Кстати, пятновыводителем не только вычищаю свою одежду, ну и развожу такую жижицу кипяточком и могу натереть раковину. У меня каменная раковина становится идеально новой, светлой, все пятна все уходят. Натираю, оставляю минут на 15, потом все смываю. Гель для душа, тоже цена 59 рублей. Где вы видели такую цену? Гель для душа. Там есть несколько видов, посмотрите. Мылофигурная, 21 рубль, ну тоже, ну, она стоила в каталоге, по-моему, 70 рублей, сейчас 21. Очищающий крем, гель для интимной гигиены. У меня есть в запасе, но я вот еще взяла, потому что очень приятная цена. Дальше я взяла на подарки, потому что хорошая цена. Крем для ног беру для себя, ну и гель тоже беру на подарки, потому что цена идеальная. Всегда в доме должно быть какое-то средство, чтобы можно было пойти сразу и подарить. Дальше молочный шоколад для детей. Он очень вкусный, красивые машинки, зверюшки. Он без сахара, я тоже его заказала. Дальше чай листовой, ну, я покупаю, вот тоже взяла, потому что со скидкой. Шоколад любимый всегда уходит и на подарки. Цена, ну, очень хорошая цена, вот прям очень хорошая скидка. Пихтовид,
сибирский я недавно пропила, взяла, чтобы было еще сейчас, пью чагу. Ну вот бихтовит пусть будет, потому что скоро осень, ну и, конечно же, осенью простуда заболевания намного больше. Доброген. В каталоге я его купила по большой цене, сейчас 933 рубля, поэтому беру еще один. Чай есть иммунити, чай есть очищающий, все это есть. Гель для туалета, тоже очень хорошая цена для обработки поверхности Монарда, у кого грибки, где-то там в ванной комнате есть тоже очень полезное средство. Средство от накипи, активная сыворотка, водный спрей. Кстати, от водных спреев есть несколько запахов, поэтому смотрите. Чистота и блеск для пола всегда нужно. Мыло для кухни очень много тоже разновидностей. Смотрите, выбирайте средства для... Мне вот лимон и мята нравятся очень по запаху, поэтому я заказала. Пятновыводитель, это в этом... Вот надо, наверное, даже добавить, взять две штуки, потому что цена очень хорошая, и пользуюсь очень часто пятнышки. Ну, люблю, чтобы одежда была чистая, не люблю заморачиваться, капнула и дальше. Средство для духовок всего 103 рубля. Таблетки для посудомоечных машин всего 221 рубль. Кстати, моет посуду, отмывает идеально. Средства для стекол и зеркал, витаминный тоник, восстанавливающий покрепность сухой кожи лица. Вот возрастным дамам очень-очень рекомендую. Вот это все я положила себе в корзинку, у меня получилось уже 74 балла, и при этом 7165 рублей. Открывайте личный кабинет, размещайте заказы. Пользуйтесь хорошей скидкой. Посмотрите, может быть, что-то нужно еще из каталога. Проверьте, нет ли у вас подарка. Приятных вам покупок, хорошего настроения. Благодарю вас, что вы с нами в Uberlake.